Загадайте малышу загадку. Круглое, румяное, оно растет на ветке. Любят его взрослые, любят его детки. Что это? А это яблоко. Расскажите малышу, что яблоки растут на дереве, которое называется яблоня. Яблоньку легко можно узнать весной, когда она одевается в красивый белый наряд. Все веточки усыпаны крупными белыми цветами. Яблонька бывает садовая и дикая лесная. За садовой яблонькой ухаживает человек, заботится о ней. Корешки ее окапывает, ствол белит, веточки сухие отпиливает. За это яблонька осенью наградит его вкусными сочными яблочками, которые появятся из каждого белого цветочка. А уж из яблок можно приготовить и варенье, и мармелад, и повидло, а еще испечь вкусные пироги с яблочной начинкой. А малышей мама кормит яблочным пюре. Яблочко не только вкусное, но и полезное. В нем очень-очень много витаминов. Расскажите малышу и о других цветущих деревьях и кустарниках.